Приветствую вас, друзья, с вами Варчик. В этом видео поговорим с вами про трейд-ин. Он начинается 10 апреля, заканчивается 17 апреля. У вас 7 дней есть на то, чтобы подумать, что можно на что поменять. Будет доступно 2 варианта обмена, один к одному, без доплаты, и стандартный обмен с доплатой. Также еще 17 апреля заканчивается у нас скидка 29% в пре-магазине. Также еще в следующем патче 1.20.1 будут пересмотрены цены премтанков в голде. На каждом уровне премтанки будут стоить в одну цену, одинаковую цифру. И на 8 уровне, допустим, все премтанки будут стоить 11 тысяч голды. За счет этого получается, что двойная выгода. Новые танки, которые можно будет приобрести. Т-42, слабый танк. Компанзер 07, неплохой вариант. Альт-прото МХ-30, тоже неплохой вариант. Вайпер, в принципе, тоже неплохая ПТ, но орудие очень кривое, далеко не самое приятное. Не сказал бы, что эти танки плохие, но и до имбовых им тоже далеко. Просто неплохой такой вариант. Наверное, самый имбовый из этих четырех это Компанзер 07. Но он, наверное, и самый скиллозависимый. Что мы можем сдать в обмене один к одному? Шкода Т-56, Сома СМ, Прожетта, БЗ-176, Защитник, оба варианта. Бураск, Колесник, французский премтанк, редкий 8 уровня. ЕЛ-7-90, Марс, тот же самый Прожетта, Е-25 и Т-64. Что из этого всего является самым ненужным, что можно посчитать самым неценным? Наверное, самое ненужное и неценное здесь может быть ЕЛ-7-90 и может быть Защитник, кому-то уже давно надоел. Все остальные танки редкие, имбовые, некоторые вообще очень редко появляются, их ни в коем случае сдавать не стоит. Type 64 недавно продавался, но его сейчас вроде как не продают, тоже непонятно, когда он появится. Он сильный и отдавать его не стоит. Из тех танков, которые можно приобрести, я весь список перечислять не буду, потому что он очень большой. Какие танки самые ценные и интересные? Это, наверное, CS-52 Лис, ИС-3 СМЗ, 122 ТМ, ЛТ-432, Бизон ТЦ-45, ТС-5. Но может еще там Лев, более-менее простой понятный танк, удобный и неплохо фармит. Но не сказал бы, что он имба, просто на нем очень легко играть. В принципе, есть небольшие варианты, что на что поменять. Я бы не сдавал самые имбовые и самые редкие танки. Я недавно делал видео про эти имбовые редкие премтанки. Их здесь очень много, там где можно их сдать. Ни в коем случае я бы их не сдавал. Но какую-нибудь елку, которую в прошлый раз люди больше всего отдали, я бы и в этот раз, наверное, тоже отдал бы. Те танки, которые можно взять, я перечислил. Еще скажу, что Е-75 ТС хоть и неплохой, но его лучше взять за боны. Так же, как и Т-103, ваш любимый. Ну а остальные танки в основном вообще не интересные. Я думаю, что те танки, которые я перечислил, они будут в топе сдаваемых и в топе выбранных в качестве новой техники взамен. Теперь посмотрим на те танки, которые можно в обычном обмене получить с доплатой. Какие там есть интересные танки. Тот же самый Лев, Canon Jagdpanzer 105, более-менее неплохой, Е-75 ТС опять же за боны можно взять, ТС-5 неплохой, ВЗ-121 ФТ тоже интересный танк, Lancen C, Бизон ТЦ-45, Кировец 1, я думаю, что он не особо оценен, поскольку у него супер кривая и плохая пушка. Кроме брони и скорости у него особо нет ничего. Орудие супер слабое. ЛТ-432 еще интересный тут танчик есть. 122 ТМ, который целевой аудитории чем-то там запал в душу. ИС-3 СМЗ, результативный танчик. CS-52 Лис тот же самый есть. Компанзер 07, сильный танк АМХ. Альт-Прото 30. Даже Вайпер тут есть. В принципе, выбор хороший, есть несколько вариантов, которые что-то из себя представляют. Те танки, которые можно сдать, в этом варианте обмена с доплатой, там список огромный, практически все танки в игре. Но не вздумайте сдавать что-то супер редкое, супер имбовое, поскольку ни один танк, который вы можете выбрать, того не стоит. Почему этот обмен называется двойная выгода и почему сейчас выгодно что-то на что-то поменять? Поскольку, допустим, CS-52 Лис сейчас стоит 6700 голды,
а будет стоить в следующем патче 11 тысяч. Конечно, сейчас его выгоднее взять, потому что потом будет намного дороже. Это один из самых дешевых танков. Есть танки, которые станут дешевле, когда все восьмерки будут стоить 11 тысяч голды. Ну а есть такие, как CS-52 Лис. Это один из самых дешевых танков, один из самых выгодных и очень хороших танков. Его в прошлых трейдинах больше всего выбрали люди, которые сдавали танки. Я думаю, что и в этот раз тоже ажиотаж будет на этот танк больше, чем на остальные, поскольку это самая большая выгода. Также сейчас голда в премагазине стоит дешевле за счет скидки 29%, поэтому обмен с доплатой еще выгоднее, чем обычно, когда, как не сейчас, заниматься этим трейдином. Я ни разу не участвовал в трейдине, никакой танк ни на какой не менял, по одной простой причине. У меня практически все премтанки есть, для того, чтобы вам их показывать, делать стримы, видосы по ним. Поэтому мне нет смысла менять что-то на что-то, поскольку они у меня все есть. На меня можете не обращать внимания. Я вам просто перечислил самые лучшие танки здесь, если вы, возможно, задумывались. Также я вам недавно наделал кучу видосов, где объяснил, какие топовые танки есть за боны, за голду, и какие прям танки самые редкие, самые имбовые. Поэтому я вам максимально много дал информации, какие танки стоящие, какие не стоящие, если вы посмотрели видосы с топами прям танков. Надеюсь, вы определитесь и выберете что-то стоящее, либо же, если оно вам не надо, то и не надо. Это не что-то там прям супер важное в жизни, это трейдин. Есть время и желание в этом поучаствовать? Пожалуйста. Нет? Нет. Просто я вам объяснил, что за счет всех этих акций, за счет смены цены, сейчас последний вариант поучаствовать в трейдине, поскольку потом это будут совсем другие цены. Пишите свое мнение в комментариях. С вами был Варчик, играть красиво, всем удачи, пока.